Доброе время суток, с вами Виктор Дулин, 22 декабря 2018 года. И вот сегодня моя боевая подруга готовит очередной яблочный пирог в мультиварке. И вот яблоки уже начинают нарезаться. Смотрим, какова их масса. Все яблоки переложим для этого. Порезанные и не порезанные в одну тарелку и взвешиваем, сколько же у нас пойдет яблок. Так, пара 371 грамм, яблок 370 грамм. Вот из этих соображений и заложены следующие ингредиенты. Вот, смотрим. Орехи пекан, опять-таки сделаем взвешивание, чтобы не быть голословным в количестве ингредиентов. Вот видим орехов 63 грамма. И следующие ингредиенты. Сколько яиц? Два. Два яйца. Сколько меда? Две столовых ложки. Две столовых ложки меда. И пачка масла, да? 180 грамм. 180 грамм сливочного масла, 82%. Что тут еще есть? Два яйца. Это только что сказал. 100 грамм сахара. О, и 100 грамм тростникового сахара здесь еще. Ну и... Время я вам уже показывал, еще раз крупным планом покажу. Вот мультиварка застелена вот таким образом бумагой пекарской. Так скажем. Время вы увидели, во время приготовления будет сколько? Час? 180 грамм. И 180 грамм муки будет уложено сюда после того, как перемешиваться будет у нас вручную или как? Да. Вручную. Вручную перемешиваться будет венчиком, да? Лопаткой. Лопаткой вот это. После того, как перемешается, а почему нельзя в этой мешалке? Потому что не надо. Будет крем тогда. Ну, шеф сказал не надо, значит не надо. Результат покажу попозже. Здоровья вам, благополучия и приятного аппетита.